Привет всем, привет! Новый день, новый влог. Сегодня 16 февраля. Я решила начать влог не накрашенный для того, чтобы, во-первых, показать вам свою кожу, торчащий маленький седой волос. Короче, я все-таки думаю, что мне лучше покрасить волосы. Если говорить про седые волосы, это удивительный факт. У меня такие хорошие волосы, густые, ну, столько всегда комплиментов я получаю. Ну, видите, какая структура. Мне всего-то 26 лет. Сейчас кто-то 26, я думала 35. Ну, короче, все клево, кроме того, что у меня седые волосы. Такая структура, ничего с этим не делаешь. Короче, в комментариях пишут, типа, какая я, типа, душная. И многие люди в комментариях классно подметили, что, типа, блин, а у вас что, каждый день хорошее настроение, у вас каждый день все круто, и ничего вас не раздражает? Мне кажется, было бы, наоборот, странно, если бы я в каждом влоге такая лучезарная, всегда мне все нравится, всегда все круто. Ну, понятно, что многие приходят там на мои видео посмотреть, чтобы, может, отвлечься от своих каких-то проблем, а тут я еще за своими, но все равно, не знаю, мне кажется, когда ты знаешь, что у кого-то тоже, как и у тебя, бывают какие-то неприятные ситуации, какие-то тревожные периоды. Тебе как-то не то, что проще, но она такой же человек, как и мы. Я вот, знаете, все периодически загонялась по поводу того, что люди пишут, что у меня скучная жизнь. И пришло время признать тот факт, что у меня реально скучная жизнь, у меня обычная жизнь обычного человека. Я об этом вчера как раз рассказывала в Телеграм. Я не претендую на то, чтобы моя жизнь казалась всем очень интересной, классной. Понятно, что, наверное, как от блогера от меня чего-то ждут особенного. Ну вот, не знаю, я 10 лет снимаю одно и то же. И что-то вот смотрится как бы нормально. Бывают разные периоды взлёты, падения. Вот, ну что сказать, что поделать. Все бывает. Я просто поняла, что мне постоянно тыкают в то, что, типа, у меня скучная жизнь. Развивают во мне какие-то комплексы, незнакомые мне люди. Чтобы я сама думала, что у меня скучная жизнь, что у меня жизнь говно и так далее. На самом деле, у меня просто обычная жизнь. Я сама выбрала, по сути, такую жизнь. Я же могу сейчас, не знаю, условно, продать квартиру и уехать куда-то в путешествие по всему миру, ну, грубо говоря. И у меня будет очень нескучная жизнь. У меня будет постоянно какая-то движуха, переезды, рум-туры, какие-то новые локации, новые рестораны, новые блюда. Ну, короче, вообще могу поменять свою жизнь просто на 180 градусов. Да, но оно мне нахер вообще не уперлось. Лучше у меня будет квартира. Просто в моей жизни бывают присутствуют какие-то классные движухи, которые, может быть, у кого-то из моих подписчиков, например, не бывает такой движухи. И все, по сути, обычная жизнь. Вот я сейчас крашусь, пью кофе, мы только что поели яйца, я пожарила. Что сегодня у меня по плану? Постирать детские вещи, сейчас снять рекламу. Я понимаю, что мне это реально настолько прям надоело, что меня в это постоянно тыкают, что типа с моей жизнью что-то не так. Ну типа, ребят, ну моя жизнь интересная, ну да. Не живу какой-то супер-пупер медийной жизнью, не хожу постоянно на разные передачи, на разные шоу, на мероприятия, не путешествую столько, ну вот так вот. Смотрю на некоторых, думаю, блин, прикольно, вы так все успеваете, вот бы мне так, я так, ну, мне не получается. И я просто, вот Слава мне тоже говорит, типа, забей, просто те, кто классно ведут, например, блог, у них либо есть помощники, либо у них что-то другое страдает, условно, например, дома срач, там, не знаю, с ребенком не так качественно занимаются, проводят время. И мне кто-то начал писать, типа, Юль, наймите няню, наймите няню. Я, честно, очень не хочу тоже чужого человека, но, может быть, когда-нибудь, я не говорю, что это будет няня, просто, блин, я же не могу, например, сказать маме, мам, сиди у нас 24/7. Ну, как бы нет, могу, конечно, она может к нам приходить часто, она готова приходить помогать. Но все равно у нее тоже есть ребенок, у нее тоже есть своя какая-то жизнь. Но у меня, знаете, из-за чего вот типа печаль, скажем так, я просто понимаю, что я не могу разорваться. Мне хочется и тут, и там, и сям. Вот я бы сейчас куда-нибудь бы рванула, не знаю, какое-то интересное место снимать влог. Да в ту же Третьяковскую галерею. Ну, вот, например, хотя не знаю, будут это вообще смотреть, нет. Всегда кажется, что ты выдумаешь, ну, как бы не то, что выдумаешь. Куда-то поедешь в интересное место, что-то прикольное покажешь, думаешь, вообще такой влог классный должен получиться, всем будет так интересно, и все напишут, что ты не сидишь дома, и какая у тебя насыщенная интересная жизнь, в итоге хер, все равно пишут, неинтересно, скучная жизнь, в Третьяковке все были. Все равно всем, конечно, не угодишь, но есть какие-то моменты, с которыми, конечно, я согласна. Я очень хочу в этом году
не то, что меньше своей жизни показывать, но снимать шоу, рубрику. Мне очень хочется, чтобы это было интересно людям, чтобы это пользовалось популярностью. Тогда нужно делать очень качественно, классно, и я готова вкладываться и деньгами, и временем. И хочу поменьше не то, чтобы показывать свою жизнь, а как бы показывать, но просто если я буду снимать шоу... Не, я хочу снимать шоу не для того, чтобы люди перестали писать, что у меня скучная жизнь, я, типа, занимаюсь только ребенком и домом, а просто потому, что я хочу, мне это интересно, это мое желание выйти на новый уровень, действительно. Ну и, конечно же, из плюсов люди перестанут что-то там писать, и я смогу, как это, знаете, как ребенком иногда прикрываются, типа, ой, извини, у меня ребенок, мне надо бежать. Вот, но это правда, как бы, не шутка. Когда у меня будет шоу, надеюсь, оно будет классным, клёвым, всем понравится, то я смогу говорить, ребят, ну да, я как бы вот работаю, снимаю шоу, а потом я просто, ну, живу свою какую-то жизнь, показываю вам обычные бытовые дни с ребенком, бла, блядь, и всё. Такой у меня гениальный план. Да не, на самом деле я сама чувствую вот эту жесткую потребность в том, чтобы выйти на новый классный уровень в плане своего развития, в плане блога, и прям даже, знаете, вот такое у меня вот есть внутри цитатка: кто не рискует, тот не пьет шампанское. Вот мне, короче, хочется прям рисковать. Такой классный у Нютки манеж. Правда, уже мусор развели. Куля! Кто у нас тут? Что это за ползунчик? Еще один ползунчик. Еще один ползунчик. Ивочка сегодня... Ой, точнее, вчера мы ее угостили котлетой. А знаете, что сделала? Прибежала сюда в комнату и просто нас... Вот у нас реальная жизнь. Мы, конечно, были в ахере. Что я делала недавно? Разобрала свой гардероб, но вы об этом в курсе. Здрасте. Плюшечка. Так мы и живем, девки. Такая вот у нас кровать. С вещами плюс-минус я разобралась. Но у нас в коридоре есть еще шкаф именно с полками. Там куча всякого барахла, который тоже мне хочется разобрать. Я заказала кучу разных классных контейнеров, вот, и хотелось бы там тоже навести порядок. Там у меня есть фотоальбомы, тоже в них хотелось бы навести порядок. Еще какие-то штуки-дрюки, какие-то тюбики, баночки. Гук. Анютка уже встает постоянно. Вот я, например, лежу, она ко мне подходит, на меня руки ставит и встает с двумя ногами. Ползи. Уже сидит Анютка вовсю. Ползает довольно-таки хорошо, прям быстренько. И чего-то хочет сейчас. У нее уже ее эта лысинка заросла. Вот так вот и падают детки с кровати. Нельзя. А еще я заметила, что она уже хочет, чтобы я ей сказки читала. До этого я как-то особо, ну, просто ее, например, укладываю спать. И такая, типа, чш-чш. А сейчас она хочет прям, чтобы я ей что-то рассказывала. Чего ты хник-хник делаешь? Так, девчонки, пытаюсь научить Анютку пить из такого поильника. Она-то думает, что его надо как бутылочку. И кверх ногами, вот еще задом наперед держит. Куколька моя. Ура, опять кто-то сверлит. Еще дома такая жара, просто я с ума схожу. Короче, я пыталась Аню покормить, она что-то нифига не хочет. Я вот не знаю, что делать, потому что, чтобы они пошли гулять, и она уснула, ее надо сначала покормить. Просто взрыв мозга. Думаю, ей понравится. Вот так, только надо помыть. Ее можно жевать. Конечно, вряд ли она сейчас догонит. Вот как снимать мне сегодня, да? Наверное, придется микрофон сделать. Что придется? Так, я делаю кашу. У меня здесь была остывшая водичка. Запеченная. Я контролирую. Делаю. Мне нужно 140. Заказала новую грызулю, Анютке. Сейчас посмотрим ее реакцию. Давайте. Ну как?
Классный цвет. Да. Вот это будет получше, наверное, оживаться. Какое? Ну, вот с этой части. Зубки где это массировать. Ты моя радость. Еще пойдем на улицу. Да? Короче, я рассказывала у себя в Телеграм. Нет, в сторис. Телеграм, не помню. Выставляла, что бесит дрель. И кто-то мне написал. Типа смешно такое читать от человека, у которого у самого типа сейчас идет ремонт. Ну, типа то, что у нас там тоже дрель, людям мешает. Типа ничего в этом такого нет. Терпи. Типа ремонт, все эти дрели. Блин, ну конечно, наш ремонт тоже кому-то мешает, который там идет. Понятно, что он действует в рамках закона и сверлит тогда, когда как бы можно. Вот, например, до 3 часов он не сверлил. Есть там тихий час какой-то, тогда это нельзя. Пробуем кашу. Вкусно. Но не для меня. Вот так мы играем, выбираем ложечку, синий ты хочешь, да? И кашу. Каша твоя любимая. Будет тепло, когда будет весна, и она будет гулять. Так что вот так покормлю и отправлю их гулять. Теперь я с вами правда хочу. Ну пошли. А что, куда идти? За кофе? Да. Блин, надо поесть как вот вчерашний. Вот такой вот Мишка. Давай, попей водички. Так, девчонки, я включила микрофон. Включила? Включила микрофон, хотя мне самой с микрофоном как-то странно дома снимать, но это просто трэш. Типа собралась сегодня снимать влог и сверлят так, что мне уже плохо, если честно. Короче, закажу себе сейчас кофеёчек, Слава с Анюткой уже ушли, и пойду погрею котлеты, наверное, с гречкой. То, что вчера жарила, покажу заодно вам, сколько налепила я котлет. Ну и покажу вам беспорядок, который у меня сейчас в коридоре творится, потому что я назаказывала кучу всего, контейнеров, как сказала. Так, что мне надо? Да только кофе я бы заказала. Мой день всегда начинается с того, что я захожу в доставку и заказываю себе кофе. Придется ждать 20-35 минут, довольно-таки много. Мне позвонил папа, поэтому я немножко остановилась. Мне уже пришел кофе, который я заказала. У меня тут, блин, огурцы. И вчерашние котлеты с гречкой, то, что готовила. Короче, папа мне позвонил и что сказал по поводу машины. Вот не знаю, вроде как бы и пофиг мне, одной машины нам хватает. А с другой стороны, честно, я немножко даже скучаю по своей машине. И это не к тому, что сейчас надо выкупить обратно свою машину. Но просто я все думала, типа, может, нам реально нафиг не нужна, ну, вторая машина. У нас с ним терки из этой машины. Терки какого характера? Он переживает за машину, хочет, чтобы она стояла на подземной парковке, в тепле, чтобы никто ее не царапал, потому что... Что на моей машине, что на Славиной машине, периодически какая-нибудь вмятина, какое-нибудь говно да появлялось. Потому что кто-нибудь пройдет ключом, ну, например, условно. И это как бы нехорошо, и жалко как бы машину, тем более за такие деньги, и, ну, вообще. И он ее каждый раз возит на паркинг. Конечно, тут недалеко ехать, но поехать ее туда поставить, вызвать такси, приехать домой, ну, полчаса, по сути, времени, туда, сюда, вот это все. И меня это жутко бесит, потому что... Мне нравилось чувство того, что я в любой момент могу выйти из дома, сесть в свою машину, которую никто не захочет поставить на паркинг. Да, он старается защитить машину от каких-то там возможных ситуаций неприятных. И он прав в этой теме. Но меня бесит вот это чувство скованности, что мы не можем просто, когда нам хочется, хопа, просто элементарно даже поехать за продуктами, хотя нам они нахер не нужны, можно их заказать. Ну, условно. Нужно обязательно, чтобы Слава поехал. Он говорит, да мне не сложно, я это поеду сделать. А меня это лично бесит, вот реально бесит. Вот рассказываю, как есть, что ему нужно взять, поехать за этой машиной. Какую машину я хочу? Вот такую.
Папа звонит и говорит то, что есть такая тема, что, вероятно, мы не успеем привезти мне машину 24-го года. Не успеем, не потеряв деньги, короче. Суть в том, что подписали какой-то закон, и машина обойдется сильно дороже, если привезти ее что-то там с 1 апреля, по-моему. Короче, я не в курсе, я же за такими законами не слежу автомобильными. Мне это, по сути, что, у меня даже машины сейчас вот так вот нет. Ну, короче, я говорю, мне вообще пофиг, мне можно и машину 23-го года, ну, то есть у меня нету, там, знаете, только 24-го, да, вообще пофиг. Хотя уже 24-й, и потом в будущем для продажи это, конечно, было бы выгодней, но я же не планирую ее даже через 5 лет продавать, может, я опять буду на ней кататься долго. Сколько я на своей каталась? Почти 8 лет. Я на своем Лексусе во двор с закрытыми глазами заезжала. Ну, вот настолько это была моя машина, она была просто продолжением меня. И я вот скучаю по этому чувству, конечно. Сейчас, когда мне надо куда-то поехать, вот даже недавно то, что я ездила на презентацию Яндекс.Браузера, я вызывала себе такси. Это удобно на самом деле, такси, потому что я вообще много лет не пользовалась такси. Это реально удобно. Девчонки, представляете? Он не сверлит. Но сейчас, наверное, вернется. Я уже даже забыла, как вообще звучит тишина, что он сверлит просто все это время без остановки. Заказала вот такие обычные. Ну, короче, есть же большие такие, типа, как для коктейлей, каких-то смузи. Но мы такое не пьем, мы любим вот такие вот именно маленькие. И я увидела вот эти трубочки, у меня прям такая ностальгия в детство. Просто вот этот рисунок. И черный заказала, типа, стильный. Еще надо пропылесосить. Вот так. Вот вы мы разобрались в шкафу, девочки. Не, ну пропылесошу я лучше тогда, когда они вернутся с прогулки. А еще то, что я делаю постоянно и периодически. Все убираю на свои места. Короче, вы же знаете, что к нам приходят, убираются раз в неделю. Это, конечно, выручает, но все равно этого прям сильно мало. Ладно, покажу вам, сколько котлет вчера налепила. Та-да-да-дам, та-да-да-дам. И там еще внизу. Кстати, мне это все надо разложить. Ё-моё, ну надо этим заниматься. Что делать? Обычная жизнь. Вот так вот и живем, девки. Сейчас я это все должна расфасовать по пакетикам. Пакеты оказались довольно-таки большие. 3 литра – это много. Оказалось. Нет, типа это удобно, но просто я обычно как достаю один пакет, там, допустим, 6 котлет. Сюда прям вообще, блин, дофига поместится. У меня есть своя запатентованная технология. Беру вот такую штуку от микроволновки, и она помогает мне поставить 2 яруса котлеты. Так что пользуйтесь, девчонки, лайфхак. Сама придумала. Котлеточки мои красивенькие. О! Да, сюда, конечно, много поместится. Я бы так не хотела, это не очень удобно. В том плане, что, наверное, когда большая семья, и тебе надо пожарить, допустим, сколько, 4, 5, 6, то, наверное, удобно. Ну, либо я могу вот так вот класть и это. Ладно, положу вот так вот. Сюда можно еще положить. Просто пакеты большие, обычно у меня прям меньше, в половину. Я вот думаю, когда же я научусь делать что-нибудь другое, кроме котлет? Вот, например, я обожаю голубцы мамины, прям с ума схожу. Могу штук 6, наверное, съесть за раз. Реально. Но, блин, что-то так лень вообще. В смысле, мне нравится их просто есть. Котлеты мне тоже нравится есть. Почему-то котлеты я научилась делать. Вот те, кто смеются надо мной, что я делаю заготовки котлет, я не понимаю, чего вы смеетесь. Это же обычная жизнь, это же так удобно. Так, тут до какого-то... Ну вот. Особенно, когда ребенок, да и просто даже. Особенно, даже если нет ребенка, все равно. Не знаю, как мы раньше жили без этих котлет. А вот сколько котлет у меня получилось. И это еще у нас есть то, что вот вчера я пожарила. Просто заставка. Ну а что? Хватит нам на какое-то время. На недельку. Так, с этим разобрались. Теперь это все надо засунуть в посудомойку, чтобы здесь не было грязно. Опять эти объект утерян. Кстати, напишите в комментариях, как вам качество видео. Мне кажется, вообще пушка, да? Блин, 4К это вообще бомба. Так необычно. Да, надо знать, что 3 литра лучше не брать. Так вот, когда заказываешь, не особо понимаешь, что они большие, маленькие. Так, тут опять надо будет все мыть. Я вчера ночью котлеты эти лепила, а потом еще кухню все отмывала, потому что когда с курицей, с фаршем что-то такое работаешь, хочется прям потом все
хорошенько отмыть, потому что у меня есть всякие, знаете, переживания, что какая-нибудь, не знаю, бактерия с мистера курицы куда-то прилетит, а у нас тут ребенок и по полу ползает. Ну, мало ли, на пол что-то прилетело, она же руками наступает, потом в рот все это. Тоже я поделилась, значит, в Телеграм, что хотим вторую камеру докупить для видеоняни, потому что, ну, это удобно. В одной комнате она спит, у нас видеоняня там стоит, а в другой, например, у нее манеж, где она играет, и мне было бы, конечно, удобнее за ней следить. А так у нас получается всего одна камера, и, ну, кто-то такой, одна, нихера, уже хоть одна есть, уже классно. Ну да, но, блин, ее просто приходится постоянно переносить из одной комнаты в другую. Это, ну, не очень удобно. Ну и что вы думаете? Мне там кто-то написал, типа, зачем вообще вам видео? Зачем за ней следить? Типа, ребенку скоро год. Мне кажется, если честно, что чем старше ребенок, вот в таком возрасте, маленьком, да, все же скажем, то тем больше, блин, за ним надо следить, нет? Конечно, многие мамочки со мной не согласятся и сейчас напишут о том, что я гиперопекаю своего ребенка. Вот мне как бы все равно, мы с мамой тоже эту тему обсуждали, и она сказала, что, типа, все я правильно делаю, вот так моя мама сказала, и что она точно так же нас воспитывала, никто из нас, из ее детей, не шатался без присмотра, никто из нас не жрал всякую грязь, какашки в песочнице и так далее, за нами всегда следили. Я понимаю, что бывают ситуации, когда ты реально вот один глаз вот отвел, уже ребенок там что-то облизывает, и что только не делать. Я это прекрасно понимаю, потому что Анютка у нас тоже шустрая, капец. Особенно то, что касается вот что-нибудь запихнуть. У всего есть границы. Я все-таки считаю, что за детьми надо следить. Можете со мной спорить в комментариях, что хотите. Я знаю кучу разных историй. Вот мне даже в директ я скринила. Директ писали девочки. Кто-то написал, что там вот, вот у меня племянница ползала в коридоре, что-то облизывала ковер, что-то жевала его, мы все хихи-ха-ха. А потом оказалось, что в этом ковре были какие-то паразиты, которые поедают мозг. И ребенок там инвалидом остался. Мне кучу всяких видео присылали тоже, что ребенок где-то ползал, взял химию. Вот недавно только скидывали в директ, что ребенок съел гранулы, которые для пробивания труб. И в рот себе насыпал эти гранулы. И когда родители начали промывать ребенку рот, рот почернел. Это просто ужас. И все, ребенок инвалид на всю жизнь, маленький. Страшно, это вообще. Я не понимаю, как можно в таких вопросах выпендриваться и, блядь, рассказывать, какой ты классный, ты даешь свободу ребенку, а кто-то там, типа, слишком гиперопекает. Да я лучше буду гиперопекать своего ребенка, как кто-то там говорит. Хотя я считаю, что я не гиперопекаю. Я просто слежу, тупо слежу за своим ребенком. Это абсолютно нормально. Она же не понимает, что нормально, что ненормально, что можно, что нельзя. Если сейчас перед ней разлить лужу с химией для мытья унитаза, она начнет ее лизать. Вот, типа, условно, да, понятно, что кто будет создавать специально условия для того, чтобы ребенок, не дай бог, там отравился, но это я просто к тому, что ребенок не понимает такие вещи. Поэтому, конечно, я поражаюсь, когда слышу какие-то подобные истории. За ребенком надо следить. Я понимаю, что есть вероятность, что когда у нас будет второй ребенок, я буду спокойнее относиться, менее помешанно, буду думать, что, ну, как бы всякое бывает, но все равно. Не будет же такого, что когда у меня родится второй ребенок, я такая... Да похер вообще, где шляется? Какашки ест в песочнице? У каждого ребенка могут быть настолько свои какие-то штучки-дрючки. Вот даже просто с мамой мы болтали. И я знаю точно, что, например, у меня там были колики, а у моих братьев не было никаких колик. А я хорошо ночью спала, но была таким тоже активным ребенком, за которым нужен глаз да глаз прям. А мой брат Гоша был такой, его куда посадишь, там он и сидит. Дашь ему игрушки, вот он с ними сидит, играется. Он мог даже сидя уснуть. Во! Ну, типа, а мой брат Саша до 3 лет не спал, ночью просыпался и мозги маме компостировал. Все дети разные, абсолютно. И это просто нужно реально, ну, вот, принять и понять. Поэтому, когда кто-то пишет мне что-то про моего ребенка, например, типа, Юль, у вас так и так, вы делаете неправильно, не надо делать вот это, почему она у вас там соской, почему у вас то, все, 5-10, ну, типа, знаете, кучу всяких вопросов накидывают, типа, что они лучше знают, как надо, потому что у них же тоже есть ребенок. Но вот я говорю, понятно, что, может, я в чем-то менее опытная еще, понятное дело, я мама всего, хотя уже, можно сказать, 7,5, грубо говоря, месяцев, ну, скоро будет с половиной. Конечно, у меня еще куча всего впереди, и опыта много еще надо набраться, но
все равно все дети реально разные. Ну и все родители разные, конечно же. Кто-то спокойно смотрит на то, что ребенок там ползает, грязь облизывает, а кто-то, вот, например, как я, Аня у нас поползает по полу руками, да, мы ей даем ползать здесь, но всегда следим. То есть мы можем как бы отвернуться, да, вот так вот скажем, только когда она где-то в манеже. Вот тогда мне спокойно, еще плюс-минус, и то я переживаю, что я не вижу ее по видео. То есть я все равно не могу спокойно пойти в туалет. Если я одна дома с Аней, и она, например, в манеже сидит, да, я знаю, что она никуда не убежит, по сути, ничего с ней не произойдет. Ну, может, мало ли там, не знаю, как-то будет пытаться встать, упадет. Ну, это самое страшное, по сути, что может случиться. Хотя у нее там игрушки, кто ее знает, что она с ними захочет сделать, там, не знаю. У меня вот страх, реально. Я думаю, это нормально. Это нормально, тем более, когда первый ребенок у меня, вот просто как у мамы, я смотрю на своего ребенка, я уверена, что многие мамочки также, ну, со мной согласны. И это нормально бояться, что с твоим ребенком что-то случится. Ты же любишь, это то же самое, что бояться, что с твоими родными что-то, не дай бог, случится. Это просто страх за родного, любимого человека. Никому же не хочется, чтобы, не знаю, ваш там дедушка или бабушка, не дай бог, подскользнулись, ударились там, упали как-то сильно, ну, на улицу. Это просто пример. Так же, как и не хочется, чтобы твой ребенок упал сильно, страдал, плакал. Я вам просто привожу такие аналогии, не знаю зачем. Просто для меня это такая тема, знаете, прям горяченькая. Но мне интересно почитать, что вы напишите в комментариях. 100% найдутся люди, которые будут до сих пор усираться, спину и рта говорить, что я просто гиперопекаю своего ребенка, и ничего хорошего из этого не получится. Ну, как бы ладно. Воспитывайте своих детей иначе. Пусть там ваши дети получают больше свободы в этой жизни. Я выключила микрофон, поскольку закончили вот эти все жужжания. Короче, у нас тут на балконе, конечно, вообще трэш. У нас тут есть подгузники, которые нам давно малы, и все что-то как-то никому, ну, как-то не отдадим, надо отдать. Нам есть кому отдавать, в принципе, у кого и на подходе детки, и кто уже даже родил. У нас есть вот такая качелька. И еще есть горка, но горку Слава не собрала, она вон там, в углу. Короче, у нас опять балкон такой, блин. Только я вроде разберусь, наведу какой-то порядок. Как опять? Колясочка наша новая, ну вы видели, хочу снять на нее в сторис тоже обзор. Но качель пока большая, Аня. То есть Аня, конечно, уже сидит, но тут слишком... Короче, она такая вся шмяк. Типа неудобно ей тут сидеть пока. Там у кроватки еще вот эти вот пимпочки беленькие, маленькие, которые хоп, типа дырочку заглушил. Ребенок их может ковырять и сожрать. Я видела несколько тоже роликов о том, что мамочки, ну, еле спасли вообще ребенка, он задыхался. Короче, то, что связано с детьми, на самом деле, это реально вот просто... Каждый день сидишь и беспокоишься. Ну, это нормально, наверное. Это материнство, родительство. Я увидела, что в ней можно хранить туалетную бумагу. И подумала, вау, это гениально. Мало того, что в ней буду хранить туалетную бумагу в туалете, так я еще туда смогу прокладки положить, потому что прокладки всегда так стрёмно лежат. Они мне, правда, сейчас пока не нужны, поэтому пока класть не буду. Но туалетную бумагу сложим, посмотрим. Очень удобно. Просто гениально, посмотрите, как родименькая встала, а? И в эту же корзинку я буду, если что, класть прокладки. И когда кто-то в гости придет, он не увидит на полу валяющиеся прокладки. У нас просто здесь в туалете нету, ну, никаких полочек, чтобы это как-то спрятать. Вот такие контейнеры заказала, мне очень понравилось. Я заказала два таких, мне очень понравилось качество. Крышками. Я хочу в таких коробках хранить шапки, перчатки, чтобы не везти это на дачу. Я одну, наверное, заказала на пробу. Она такая, типа, из эко-кожи, ну, то есть качественная, приятная, не какое-то там фуфло. Ну как? Ну, знаешь. Так, на чем мы там остановились? Пришел Слава, Анютка сразу проснулась. Гук-гук. Вот, не хотела с сосулькой расставаться, я ей говорю, ну отдай сосульку, отдай сосульку. Вот, видите, как она хочет сосульку. Ты, головастик, ну-ка брось сосульку. Так, оставляю Анютку. Специально сюда притащила видеоняню. Пришлось залезать туда, чтобы все это подключить за телеком. Короче, жутко неудобно. Вот так. Оставила ей дверь открытой, чтобы она смотрела на станцию. Что добрый, как ты ходишь дома?
Так, мы с вами пойдем что-то делать. А Анютка пусть сидит и смотрит на нас. Смотрите, какая милашка. Вот так вот я хотя бы смогу спокойно какие-то дела делать. Видите, у нас пишет 35 градусов температура. Это из-за того, что там датчик прямо рядом с розеткой. Хочет вывалиться, упасть. Не нравится мне это. Ну все. А у меня вот что. Вот эта лужа. Мне нужно сейчас прям запылесосить, потому что это все разносится по квартире. Я уже без носков, потому что наступила случайно. Землю рыть лопатой. Аня у нас тоже иногда теперь смотрит мультики, но это прям очень редко. Конечно, все равно считаю, что чем меньше этого, тем лучше. Ребенок должен развиваться, что-то делать в руках. Я поэтому покупаю всякие разные игрушки, какие-то собирашки. Ну, не знаю, правильно ли я делаю, но надеюсь. Короче, я пылесошу, пока она не спит, потому что скоро... Ну, не скоро, она только спала. Все равно, пока я сделаю что-то шумное, потом я буду укладывать ее спать. Короче, по поводу умелок Ани, на самом деле так интересно, вот она качалась, то есть уже вставала на четвереньки, качалась, она по пластунке у нас, кстати, вообще не ползала. И я спросила у нашего массажиста, ну типа, когда она встанет, я говорю, наверное, она уже скоро поползет. Она говорит, что она может еще месяц так стоять, просто на четвереньках качаться и не ползти. Но в итоге Аня довольно-таки быстро поползла после вот этих попыток качаться на четвереньках. И после того, как она поползла, она практически сразу начала садиться, ну, как бы вот русалочку вот эту. Ну, короче, это вот буквально, знаете, типа поползла, прошла неделя, она так уже присаживается, может, даже меньше, и потом хоп, уже сидит. Вот она как села, буквально 3-4 дня, она уже более уверенно начала сидеть. Так что, это, знаете, бывает, долго ждешь какую-то одну мелочку такую, то есть, ну когда же поползет, ну когда же там сядет, а потом вот что-то она как хопа, и уже и ползет, и сидит, да, и ползет, и ползет. Увидела, короче, вот такие доски разделочные, типа хоп, режешь и удобно. Что мне еще понравилось, что можно снизу, ну, как-то установить, что-то резать и снизу снять клевый контент. Ну, условно, не знаю. И вот так вот что-то резать, знаете. Конечно, это не нужно. Так вот она сидит, смотрит на Алису. Она обожает колонку эту вообще. Она у меня даже одно время засыпала. То есть она прям смотрела на этот, как-то эквалайзер называется или нет. Я туплю или нет, скажите в комментариях. И она прям смотрела на эту хрень и засыпала. А разбираться мы будем в этом шкафу. Тут вообще трэш. Тут что только нету. И бухло, и фотоальбомы. Короче, я хочу здесь прям красоту сделать. Внизу у нас вообще бардак. Тут вообще очень старые фотографии. Нигде никогда не показывала. Фотографии моего дедушки. Это старый альбом моего дедушки. Папа его из Грузии привез. Прям от этого альбома, прям, знаете, пахнет как вот от альбомов старым таким. Такие прям фоточки. 95-й год. Я еще даже не родилась. Дедушка мой. А это Шерхан. Доберман был. Я еще родилась, он был. А потом что-то... Вот, 3 месяца Шерхану. Ничего себе. Очень хорошая собака была. Единственное, что он кошек хотел жрать. Так вот, интересная история. У меня вот этот альбом есть. Папа его из Грузии привез. Я его попросила, чтобы он мне дал этот альбом, чтобы я эти фотки как-то, ну, типа, себе отсканировала, чтобы они у меня тоже были. А он сказал, типа, забирай их себе, пусть у тебя будут. Теперь Анютка сейчас все высохнет, будешь тут ползать, да? Будешь? Ой, ты мой сладкий.
Вот, кстати, вместо дивана у нас теперь тут вот такой мешок стоит. Довольно-таки удобно. Да, конечно, свои дети самые лучшие, самые красивые. Тьфу на тебя. Единственный минус вот этого пылесоса, ну, во-первых, цена. Нет, на самом деле, очень классный пылесос с мойкой и с паром. Мне все вот в этом плане нравится. Но из минусов, например, под кроватью детской он не залезет. То есть даже если высота позволяет, высота кровати, он просто вот прям вот так вот прямо не делается. То есть он вот под каким-то таким наклоном и все. Ну, короче, не везде им можно пропылесосить, помыть. Вот эта сама штука, ну, как пылесос с роликом для мойки, она довольно-таки большая, широкая. И, например, в туалете у нас по бокам от туалета не хватает пространства, чтобы вот так вот заехать, классно помыть. Полностью он не может все равно в какой-то степени заменить швабру или пылесос какой-то обычный, который лучше залезает под кровати, под стол, например, какой-то. Так, ребят, ну что ж, сейчас 7:48, я покормила Аню, и хочу ее сейчас одеть потеплее, чтобы она здесь спала с открытым окном. Притащила еще видео няню. Сейчас придется опять страдать херней, все это подключать, залезать под шкаф, и вот так вот переносить туда-сюда. Маленький Герапунзя. Одеваем носки. Да-да. Мама. Да, скажи, мама. Мама. Вот так, мне удобно на правой руке таскать тебя. Гугель. Все, ну хватит облизывать. Я устала такая. Теперь сижу такая, знаете, загруженная, сонная. Короче, ладно, буду снимать вот так из шкафа, потому что по-другому никак. Короче, я тут навела типа порядок. Я просто хотела сделать полку чисто с фотографиями, с альбомами. И вообще я хочу прям заниматься альбомами. Ну, печатать фотки. То есть прям надо мне, знаете, как найти время, чтобы я могла сидеть в телефоне, отбирать фотки, которые потом отнести на печать. С нашей свадьбы. Сюда писали пожелания. А здесь должно быть наше свидетельство о браке. Но, конечно же, я его тут не храню. Вообще не знаю, зачем я это заказала. Именно свидетельство. Это все ручная работа. Такой альбом. Он, конечно, не стильный. Ну, типа, какие-то там Слава купил просто. И я сюда фоток навставляла. Тут просто фотки типа с фотосессий. Всякие разные. Есть вот такие. Типа, более живые. Ну, короче, тут в основном наши фотки всякие с фотосессий. Да. А, нет. Что-то снизишь, что ли, бедняжка. Что-то не спится малышу. Днюхи с 18-летия. Короче, я старалась прям разные распечатать. Есть фотки моего дедушки в молодости. Как раз машина, которую мне дедушка подарил. Да, сложно в какой-то степени морально, что я ее продала. Ну, типа, знаете, это моя первая машина, еще и дедушка подарил. Но что поделать? Нам нужна машина побольше. Ладно, сейчас... То есть сейчас надолго так засяду фоточки рассматривать. Короче, на самом деле ничего нового не получилось. У меня просто получился один большой контейнер, в котором альбомы хранятся. Но все равно так лучше, наверное, да? Или нет?
И два маленьких, у которых фотографии просто вот в таком формате. Просто у нас очень много алкоголя в доме, потому что мы не пьем, и нам его просто уже сувать некуда. Но из того, что здесь есть, я вообще, мне кажется, ничего не ношу. Нет, есть красивые штуки. И бусы красивые. Получается, было как бы все так, не очень. А тут, получается, эта штука встала, и можно пользоваться. Я уже, мне кажется, год, реально год, не ношу кольца. Я всегда, всю жизнь раньше носила кольца. Но как забеременела, ну не сразу как забеременела, когда поняла, что я уже набираю вес, начинаю отекать. Конечно, я все сняла, чтобы потом с пальцем не отрывать. И тут лежит мое обручальное кольцо и помолочное. И вот обручальное мне мало. А сейчас хорошо. Оно только вначале туго, где косточка. Кажется, я готова вернуться к этой жизни. Все равно... Не, нормально. Нормально. Блин, так непривычно. Я уже отвыкла от колец. Но я не знаю, как мне быть с кольцом, когда я ухаживаю за ребенком. Ну, в смысле, одно другому как бы не мешает. Надо почистить их, отнести. Я уже отвыкла. Я уже привыкла, что у меня руки без колец. Ну, я люблю так ходить и носить так. Мне нравится. Надо поменять местами. Блин, ну что делать? Хочется носить. Но я понимаю, что очень часто я ребенком занимаюсь, когда я себя на мысли ловлю, как было бы мне неудобно, если бы у меня были кольца на руках. Но я уже готова их носить. Я сужу по своим пальцам, и что я могу, хотя мне тяжело его снять. Ну, сняла. Но оно не должно легко сниматься. Вот это кольцо, оно мне больше. Оно больше по размеру, чем... Обручальное. Блин. Одену. Точнее, надену. И посмотрим, заметит Слава. Интересно, что Анютка подумает? Не знаю. Надеюсь, не поцарапаю Аню. Но мне хочется вернуться. Это как будто бы возвращение. Типа из мамки такой в декрете. Возвращаемся в ту жизнь. Когда носил кольца. Нет, да, наверное, ничего страшного. Как-то же люди живут. Просто они у меня такие все, знаете, типа выпуклые. Даже обручальное кольцо, оно не просто гладенькое. Ну, короче, все, оставляем. Зачем я его в эту коробку запихала? Наверное, мне не хочется выкидывать эти коробки. Так тупо. Это прям, знаете, мне кажется... Вот мы с Луизой, кстати, болтали... что есть у нее на подкасте, не знаю, вышел уже, скорее всего, болтали о том, что есть несколько уровней богатства, типа, ну так считается. И на первом уровне богатства ты не считаешь, сколько ты тратишь на продукты. На втором, типа, ты не считаешь, сколько тратишь на там, одежду. На третьем, там, ты не считаешь, сколько ты тратишь на, там, не знаю, условно, путешествия. Ну, короче, на рестораны, что-то такое. И вот я пока только на том уровне, где я не смотрю на цены, когда продукты покупаю. Вот это единственное, что. Хотя, если я увижу там какого-нибудь, не знаю, осьминога, кальмара за там 20 тысяч где-то, то я, конечно, посмотрю, думаю, нихера. Вот это вот хранение вот этих коробок, мне кажется, это признак какой-то вот бедности. Держусь за эту коробку, которая говорит мне о том, что я богатая. Но на самом деле это, ну, просто коробка. Ее надо выкинуть. А я почему-то ее храню, потому что мне вот нравится. Я смотрю и думаю, что я успешная. Понимаете, от этой коробки. Мне кто-то это как-то даже писал, что типа все эти коробки, пакеты, это все, ну, как бы фуфло. Я полностью согласна. Но я уверена, что девчонки, у которых, ну, может, там небольшой достаток, есть какие-то такие вещи. Ну, то есть, как сказать, небольшой достаток. Наверное, у меня хороший достаток. Ну, вот в плане заработков. Но все равно я не на том уровне, чтобы выкинуть эти коробки. Ну, я многие выкинула. Будто бы она еще удобная, знаете, почему не хочется выкидывать. Ну, короче, да, все это, конечно, такое. Блин, надо мне косметичку какую-нибудь классную заказать. Девчонки, посоветуйте какие-нибудь клевые косметички. Вот прям такую, которая на года. У меня есть косметичка. Я сотрудничала с брендом Сиапе. Ездила в Лондон по их приглашению, и поскольку у меня фамилия по документам была Гагитидзе, грузинская, они мне сделали вот такую косметичку. Это был подарок, который ждал меня в номере.
Вот, была косметичка, наполненная косметикой от этого бренда. Кстати, я очень любила этот бренд. Хорошая у них косметика. Что-то не пользуюсь. Почему-то даже не знаю, есть ли они сейчас в магазинах, если честно. Раньше у меня прям много их косметики было. Можете посмотреть старые влоги. Короче, они мне сделали вот такую косметичку. И она у меня до сих пор... А это было вообще, типа, 2018 год, может. Ну, то есть много лет назад. И я ее люблю. Храню. Ей пользуюсь. Получается, тут что, бухло? Какие-то коробочки с каким-то наполнением? Тут фотографии. Вот, кстати, в новой квартире в кабинете нужно сделать для этого место, чтобы в кабинете как раз можно было хранить вот такие штуки, то, что для съемок камеры, то есть всю технику, а не типа гардероб. Надо будет шкафы потом собрать кое-как. Вот, здесь у меня получается какая-то косметика, украшения, которыми я... которые не ношу, в принципе, но иногда, знаете, что-то может пригодиться. Тут много всего. Есть что-то прикольное, как я сказала. В основном какое-то старинное фуфло. Я тут как-то для каких-то съемочек, ну не съемочек, а фоточки дома что-то такое сделать. Примеряла и думаю, блин, какое же все вообще фу. Мне надо найти какой-то классный бренд, с ним посотрудничать, может быть, не знаю. Именно стильные новые какие-то прикольные украшения собрать. Что эти уже все, уже пожили. Там у меня какие-то штуки. Платочек этот. Брендовый, который я ни разу никуда не использовала. Зачем еще купила? Сложная ситуация. Здесь куча документов Славы, с которыми надо разбираться. И, наверное, я их даже в контейнер не смогу положить. Тут полка Вивы. Тут хранятся ее пеленки. Так, девчонки, я тут кое-как разобралась. Это не заняло мне много времени. В общем, я использовала еще два контейнера. Не сказать, что для классных целей. То есть, мне кажется, хорошая цель контейнера – это вот это. Это вот какие-то штучки, баночки поставить. Я использовала как подставки, получается, для каких-то пакетов. Короче, у нас просто очень много разных шоперов, рюкзаков, потому что, вы знаете, мы там на дачу ездим, еще что-то. И нам вот эти все сумки как бы нужны. И их куда-то где-то надо хранить. В общем... Пока вот так, не знаю. Но все равно хотя бы открываешь уже поприятнее глазу, потому что был вообще трэш. С другой стороны, нет, ну это уже похоже на какой-то порядок хотя бы. То, что все лежит на каких-то своих местах, плюс-минус. Да, может быть, не минимализм, но как бы это же шкаф. Я еще угорала, когда я писала то, что вот у меня там беспорядок. Кто-то написал, если дверь закрывается, значит, у тебя там порядок. Подушка, кстати, для кормления, надо ее тоже отдать. У меня для нее пакет сохранился. Там то, что нам уже не надо. Короче, столько одежды, которая уже все для ребенка, так грустно. И надо ванну мыть. Анютка сейчас проснется, надо ее купать. Заказала вот такую корзинку, типа для детских игрушек. Видела хорошие отзывы. Так, сейчас я буду мыть ванну, и Анютка просыпается. Она только что плакала, я к ней подходила, но она как будто дальше спать легла, хотя уже надо вставать. Она уже 1:30 спит. Да, она будет вставать. Вот и наш кормудик. Ну чего ты боишься, ее не будет делать, просто камера. Пока. Скажи пока, пока. Пока, пока. Аня. Аня. Просто посмотри со стороны, как собачка ест. Вот тут я боюсь, чтобы она ползала без коврика. Потому что тут плитка. Мне всегда страшно. Искупала Анютку. И мы опробовали с ней вот этот стульчик. Очень классно, удобно. Пока-пока. Куда собираешься? Ты чистая, мама грязная, накрашенная. Не трогай меня. Так что всем пока. Надеюсь, что вам было интересно смотреть этот влог. Ну да, он был домашний. Но мне кажется, прикольный.
Я уверена, что есть люди, которые прям вообще получили удовольствие, и я вам за это благодарна, за ваше удовольствие. Всех люблю, целую, обнимаю, будьте счастливы, здоровы, и всем пока!